Вот. Вот маленькие. Я искал место, где бросить тело. Мне всегда нравилось бросать их дурки в улице, чтобы они могли их легко обнаружить. А вот это что? Большинство из них были найдены ночью. Без рамок, да? Почти да. Все мои. Короче, вначале я думал по-другому, но потом я понял, что я не хотел, чтобы эти люди гнили, знаете. Поэтому я внес небольшой корректив. Я подумал, что если бросать их рядом с улицы, а то кто-нибудь их обнаружит за день-два. С которыми вы ездили? Я шел. В аэропорту. Я собирался отлететь, Ленка. Типа того. Ромчик. Я не знаю, где. Ну а сумка эта, с которой вы ездили? То есть там не было ни воды, ни грязи, ни болота. Как бы ее вот так вот? Я набрасил? Да я не знаю, где же она. Давай так попробуем отправиться. Они будут ёрзать. А скотч тоже. Скотч есть. Вот есть, сейчас я отмотаю. Да это фигня, Саня, это фигня. Она не будет лежать. Давай ее замотаем сейчас. Будете ждать? Мне надо на стенку идти. Теперь надо поворачивать. Давай еще. Вот это тоже. Скотч. Да я не нашел его вообще. Нет. Здесь
такой. Это где его? Пластырь-то что? Да блин, не знаю, где скотч. Раны замотал. Да не заматываем такие раны. А ты чего? Да блин, нету скотча. Может купить? А у матери не можешь спросить? Да, она сама не знает. Давай я пойду куплю. Так надо с этой пачкой идти туда. Ну пошли сходим. И какой адрес-то я отправляю? Там я сейчас скопирую. Может, коробочка есть такая? Ну, есть какая-нибудь, но... Давай у них спросим, может, они могут запаковать нормально. Может быть, мы в коробочку положим, а они на коробку натянут целлофановый пакет с этими реквизитами. У меня только вот такая большая не пойдет. Да не пойдет. А вон да. Тоже большая. Вот это маленькая. Кстати, это. Может быть, тут. Ну-ка, давай померяем. Тебе обязательно отправлять? Да. Смотри, вот этот железник. Вот, хорошо. Давай они сами запакуют. Сейчас, подожди. Это уже не влезет, да? Ну это хорошо. Спросим у них, смогут ли они большую. Давай как большую сделаем. Взять лист фанеры, положить его лицом к фанере. Так, я начал. Лицом к фанере положить, потом взять рейка. Раз, раз. С той стороны. А с этой стороны, через фанеру, саморез в рейку. И шайба надо. Так, шайба надо. Ну что тогда сейчас идти? Надо скотч отправить. Вот это? А зачем сейчас скотч? Ты говорил, заматывать там надо что-то. Скотч и это. Ну бы этот сматывали бы. А как называется это лист? Стрейч-пленка. Стрейч-пленка. Сейчас запишу. А, вот а здесь бы она бы не помешала, наверное. Да, не помешала бы стрейч. Давай тогда пойду куплю стрейч пленку и в магазине художественных товаров. И скотч.
Вот. Мне кажется, надо отправить это. А здесь, как тверки, без рамок, с края стоят, и они какие-то незащищенные. Ну да, надо ее замотать чем-то. Ну давай я пойду куплю скотч.